Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале Зайцева Валентина. Прежде всего, хочу вас всех поблагодарить за большую активность в последнем моем видео про изготовление титановых белил. За 2 дня практически 4000 просмотров, но это просто вообще очень круто. Спасибо огромное за комментарии, за все ваши вопросы. Вопросов много. Ну, я так и думала, что будут вопросы, поэтому я решила снять для вас еще одно видео, как бы продолжение того видео, и, ну, ответить на ваши вопросы. Распечатала такой вот листок с вопросами. Кому не ответила, пожалуйста, просто продублируйте вот к этому ролику, и я отвечу в следующем видео, там, вопрос-ответ. Еще хочу сказать отдельное спасибо Ларисе Юрьевне за донат. Огромное спасибо, очень щедро с вашей стороны. Благодарю от всей души. Так, кстати, вот ссылку, которую я давала в описании к тому ролику на страницу Владимира Глухова, художника, тоже многие были благодарны за нее, потому что у этого художника очень много полезных советов и полезных мастер-классов в этом блоге. Там он показывает и как осветлить масло льняное, и как холст правильно натянуть, ну и вообще много других еще советов дает, все это поддерживает фотоматериалом, поэтому заходите, смотрите, что-то для себя выбирайте, и обязательно вам пригодится. Кто-то в комментарии мне задал вопрос: неужели все так плохо, и холсты сами натягиваете, и грунтуете, и теперь белила титановые сами делать, неужели у художника все так плохо? Я не скажу прям, что так вот все плохо, но вот доля правды в этом есть, что когда нет продаж, описать, ну, как минимум хочется. То есть у художников это же в крови вдохновение, им хочется встать и написать, а чтобы написать, нужно купить краски, то тут поневоле пытаешься найти какие-то выходы. И я считаю, что, ну, изготовление холстов, изготовление красок, ну, это не так плохо. Сегодня я на фоне своей черной стенки. Некоторые подписчики мне написали, что очень мрачно выглядит. Перекрасить бы вам ее в белый цвет. У меня на самом деле уже было много стенок с белым кирпичом, с белой штукатуркой, и просто очень захотелось вот черную стену, поэтому я ее сделала, и мне ничего не мешает в один прекрасный момент просто взять ее и перекрасить. Поэтому давайте, пусть она у меня еще побудет, эта черная стена, а если надоест, я обязательно ее перекрашу в красный цвет. Прежде чем начну отвечать на ваши вопросы, хочу вам показать эскиз. Сегодня я написала эскиз к новой картине на белилах, которые я вот вместе с вами замешивала в последнем уроке. И вот я там уже говорила, что слишком много я добавила масла. И действительно, если вот 2 дня назад в ведре еще держалась форма, прямо такие густые они смотрелись, то спустя 2 дня, когда пигмент полностью смешался со всеми другими компонентами, с маслом, с растворителем, с лаком, и масса, она, ну, понятно, произошли эти все химические реакции, она стала более жидкой. И сегодня мне пришлось добавить немножко пигмента, немножко диоксида титана, и снова все тщательно перемешать дрелью. Поэтому вот сегодня моя масса выглядит так, она опять отлично держит форму, очень густая, так как я люблю, но чтобы и можно было работать не только мастихином, но и кистью. Вот этот эскиз я написала именно кисточкой. Возможно, свет плохо падает. Давайте немножко повернем. Понятно, это опять же вариации на тему из «Алисы в стране чудес». Кстати, у меня тут на днях купили одну работу. Тоже там сидел такой кролик на мухоморчике. И вот сегодня, ну, не отпускает меня тема, ну что сделаешь. Сегодня я сделала коллаж очередной.
на вариацию 5 Алисы. Вот он. Кстати, в каком-то из видео я показывала, как я делаю эти коллажи. То есть у меня вот этот коллаж, он состоит полностью из разных элементов. Отдельно девочку я нашла в интернете, предварительно перекрасив ей платьишко в голубой цвет. Грибочки, мухоморы отдельно, пейзаж отдельно и кролик отдельно. Все отдельно я нашла в интернете и совместила вот в такую общую композицию. Мне она показалась удачной. И вот сегодня я сделала цветовой такой эскиз. И завтра хочу начать писать. А вот покажу на вот таком большом холсте. О! Такой вот большой холст у меня есть. Это, наверное, 90 на 90 сантиметров. Не знаю, что получится. Вот, вот такие вот планы. Давайте еще раз покажу палитру. То есть все у меня хорошо замешивалось на этих самодельных белилах. Здесь я не добавляла покупных. То есть эскиз полностью сделан на самодельных белилах. А вот когда начну писать картину большую, то возможно я буду, да, смешивать уже с покупными белилами. Давайте перейдем к вашим вопросам. Так, многие спрашивали насчет того, что можно ли заменить дрель блендером. Смотрите, по идее можно. И я даже первое время, до того, как начала дрелью пользоваться, перемешивала вот блендером. Такие, знаете, беленькие, они небольшие, черные там, и с насадками. И, знаете, хорошо перемешивалось, но у них не хватает, видимо, мощности. И таким образом я спалила 3 блендера. 2 своих, один я покупала на Авито, там рублей за 600, вот специально для этих целей. Жалко, безумно. Поэтому нет, я не советую блендер использовать, потому что в итоге он все равно у вас перегорит, потому что нагрузка на перетирание пигмента очень большая. То есть я боюсь даже, что шуруповерт может перегореть, не говоря уж о блендерах. Тут дело такое. Вот и вопрос, да, можно сначала эмульсию взбить блендером, а потом белила. И у многих, возможно, возникла такая проблема, что слишком жидко получилось. Потому что мне писали, что краска стекает с холста, она не должна стекать, она должна быть, как вы выдавили из тюбика, добивайтесь этой консистенции, добавляйте больше пигмента, ну и соответственно вам нужно будет больше прилагать усилия, чтобы все это перетереть. Про это я тоже дальше расскажу. Так, следующий вопрос. Почему вы специальной насадкой в виде венчика не пользуетесь? Ну, опять к этому же вопросу. Ну, как венчиком? Венчик — это для того, чтобы взбить яйца. То есть это очень легкая субстанция. Яйца, молоко, сливки. А здесь, вы представляете, это как... с чем бы это сравнить? Я даже не знаю. Это даже не густая сметана. Это титановые белила. То есть вспомните, как вы выдавливаете из тюбиков. Иногда краска бывает настолько густой, что нужно приложить большие усилия, чтобы из тюбика выдавить. Поэтому никаких венчиков, никаких блендеров. Даже лучше не шуруповерты, а вот именно дрель, которая имеет большую мощность, которой можно дюпеля вбивать, закручивать в стены. Только так. Еще дальше продолжение вопроса. Можно просто даже палку застругать в виде весла. Немножко вот не поняла. То есть, скорее всего, человек спрашивал, что вместо диска вот этой насадки для дрели использовать что-то другое. Но, опять же, тут идея не в перемешивании пигмента с маслами, там, с растворителем, а именно перетирание. Как раньше мастера делали краски, они же перетирали. Они не просто брали пигмент с маслом и перемешивали палочкой. Они именно долго-долго и усердно
перетирали все компоненты, чтобы получить краску. Поэтому главный смысл вот этого диска и дрели – это перетирание нашей краски. То есть не вручную, да, вы можете вручную, я говорила, мастихином, на стекле все это перетирать, но это долго, и у вас бицепс накачается, пока вы там перетрете немножечко. А дрели, ну, справляются вот с таким объемом в несколько килограмм белил. Поэтому никаких там лопаток, палочек, только вот диск, чтобы перетереть. В этом вся и суть. Нам нужно перетереть пигмент. Следующий вопрос. Здравствуйте. Какой диоксид лучше? Можно марку вашего? У нас продают разные, от 200 до 500 рублей за килограмм. Есть китайский, российский, для бетона, для пластика. Знаю, еще можно делать другие краски. У нас продают всякие красители для бетона. Китай, Германия. Так, ну, смотрите, я точно марку вам не подскажу. В прошлом видео я прикрепляла ссылку на Авито, вот где я покупала в Екатеринбурге диоксид титана. Скажу только, что он китайский и он для бетона. Для окраски бетона, видимо, еще каких-то вот таких вот крупномасштабных изделий. И вот я уже дважды покупала, два мешка, и всегда все хорошо получалось, и мне все нравилось. Поэтому, если сомневаетесь, что китайский хороший, ну, возьмите Германию чуть подороже. Мне нравится китайский. И он, да, для бетона. Сначала я покупала пищевой, ну, вот этот краситель диоксид титана в кулинарном магазине, в кулинарном интернет-магазине, а потом стала вот покупать большим мешком уже именно для строительства. Так, дальше. Пишет девушка, по той же технологии замешиваю прямо в стеклянной банке из-под икры. Плоская, широкая с крышкой. Легко небольшое количество перетирается старой кистью, которую не жалко. Такой баночки хватает на месяц, потом снова прямо в нее добавляю и снова перемешиваю. Быстрее, легче, никакие блендеры не нужны. Перекладывать тоже не надо, банка небольшая, места много не занимает, на рабочем столе 5 минут и готово. Ну, я опять же очень сомневаюсь, что у вас хорошо пигмент перетирается. Но если вы так уверенно говорите, что все хорошо пишется, возможно, у вас очень хороший пигмент, какой-то дорогой, да, там, и какое-то соотношение вы прям удачное нашли, что так все хорошо получается. Все-таки я настаиваю на том, чтобы диоксид титана именно перетирать определенное количество времени, возможно, дать вот так же, как я, настояться пару дней и потом еще раз перетереть, и только тогда получится вот, ну, прям настоящий белило, как в магазине. Следующий вопрос. Я тоже так делал белило, но добавлением домарного лака, и вся краска стекла вниз на холсте, даже тонкие слои. Как вы думаете, это из-за домарного лака? У вас не стекают краски вниз, когда ложите толстые слои? Скорее всего, вы просто замешали очень жидко, поэтому потекла краска. Я замешивала на домарном лаке одно время, и я всегда, когда замешиваю белила очередную партию, я делаю как бы выкрасы вот на своих вот таких картонках, ну, такие вот, просто вот картина. В общем, вот на таких картонках делаю выкрасы и оставляю их на полочках просто лежать. И через месяц-другой смотрю, за сколько высохла краска, как она пожелтела, как она смотрится по отношению к покупным белилам. То есть я всегда такие выкрасы к новому замесу делаю. И когда я замешивала на домарном лаке, почему-то у меня эти белила желтели сильно. Вот прям сильно желтели. Поэтому я на домарном лаке перестала замешивать, только на акрил-стирольном. И опять же, я добавляю небольшое количество лака. На видео видно было. И нет, у меня никогда ничего не стекало. Вот сейчас я эскиз вам показывала, то есть насколько густо краска легла, насколько она укрывистая и никаких подтеков. Еще раз покажу. Все хорошо положилось. И это, кстати, эскиз у меня на бумаге, на плотной бумаге. Но это, я бы не скажу, что это картон. Ну, может, очень самый тонкий картон, покрытый грунтом обычным.
То есть эскизы я вот так вот иногда пишу на загрунтованном картоне. Ну, их, кстати, можно и красиво оформить в паспорту и в рамку, и подарить, продать. Поэтому вот такой проблемы я не припомню, да, чтобы у меня стекала когда-то вот самодельная краска вот эта. Ну и еще мы же эти белила, мы всегда их смешиваем с какой-то краской, с каким-то цветом. То есть я в чистом виде белила использую, ну, крайне-крайне редко. Ну, возможно, вот какие-то блики, там парочка штришков поставить, вот эти вот точки, и все. То есть в чистом виде белила я никогда не использую. Я всегда ее белила чем-то примарываю, каким-то цветом. Поэтому, вот, Ерлан, смотрите, возможно, слишком жидко замешали, и, возможно, стоит отказаться от домарного лака. Опять же, все через эксперименты. 3 года моих экспериментов вот дали о себе знать. То есть... Так, ладно, поехали дальше. Кстати, друзья, очень много интересных дополнений к этому видео в комментариях. Смотрите, читайте. Вот, например, Александр пишет, что если ехать по Рижскому в сторону области, то будет поворот на Красногорске. Там можно увидеть возле бензоколонки склады, где продают стройматериалы. В офисе можно купить диоксид титана, и там же можно купить охру и другие пигменты. То есть к вопросу о том, где взять тот или иной материал. Дальше там у меня был комментарий от художника, как он замешивает долгие года белила. Тоже интересный рецепт, возможно, я попробую его в деле, поэтому читайте комментарии и делайте для себя заметки. Очень полезно. Так, вот еще тоже пишут, Валюша, может быть, сначала миксерной насадкой перемешать? Есть маленькие строительные. Я даже где-то на ютубе видела, как одна девушка, перемешивая диоксид титана с маслом, тоже в таком ведерке, насадкой для кофе, знаете, такая маленькая насадочка, взбивать сливки, и она вот перемешивает вот эту вот консистенцию себе. Я не знаю, как она пишет, либо там совсем-совсем какими-то... лессировочками, ну это нереально, то есть замешать такой насадкой белила, то есть только вот диск, либо курант, ну усилия придется много применять, либо мастихин. Следующий вопрос. Раньше тоже заморачивалась на перетирание пигментов с маслом. Акрил, стирольный лак не добавляла, ушла от этого, не нравится качество. Краска на палитре расплывается в коробочке, где хранится, покрывается пленкой. Ошметки от пленки падают в массу, иногда на холст, когда попадают на работу. Их надо оттуда выковыривать, исправлять работу. Меня начинает это просто бесить. Короче, нервы дороже, купила и пользуюсь. У меня, кстати, один из заметов года полтора-два назад примерно вот то же самое и получилось. Каким-то образом, я не помню уже, что я туда добавляла. Возможно, очень много добавила лака или white спирита. Ну, в общем, какая-то у меня вот такая получилась масса, что она тоже моментально покрылась у меня пленкой, буквально там через неделю. Потом эту пленку надо было снимать, краска была жидкая. Ну, то есть просто я неудачно что-то намешала. И опять же повторюсь, что нужны эксперименты. То есть сейчас уже, наверное, последний год, больше даже, у меня все хорошо получается, то есть таких проблем нету. Валентина, большое спасибо за ваше видео по изготовлению белил. Это становится сейчас очень актуально. И заглухала. Весь вечер читала его советы. Вот Анастасия тоже пишет, что очень много советов Владимир дает на своем канале, давал. Так, друзья, ну вроде бы ответила на все вопросы, которые вы задавали к тому видео. Был вопрос еще по акриловым краскам. Можно ли на диоксид титана замешать акриловые белила? Акриловые титановые белила. У меня был такой опыт, но, скорее всего, это были не акриловые белила, а темперные. То есть я читала Киплика «Технология живописи», по-моему, так книга у него называется, по изготовлению темперных белил. Ну, там у него масляные были и темперные. И вот что-то близко к его рецепту я пыталась сделать. То есть там тоже шел диоксид титана, там шел клей казеиновый. И еще что-то я вот масло, немножко масла, совсем чуть-чуть
идет в темперную краску. Вот, и я все это замешивала. Но мне почему-то вот не очень понравился результат. То есть я даже написала несколько работ. Ну, все-таки легче тогда, знаете, что взять? Не самому замешивать акриловые или темперные белила, а взять интерьерную акриловую краску или краску для фасада. Так, где-то у меня под рукой. Вот такую вот краску, она очень густая, и ее использовать для в качестве белил, чем вот самому замешивать на диоксиде титана. А акриловые краски, там вообще там идет какая-то еще эмульсия, специально пластификатор или что-то такое. Там с технологией еще сложнее, мне кажется, сложно найти вот эту эмульсию. Я тоже что-то заморачивалась, искала в интернете. Тоже большими партиями она только продается. В общем, если хотите заменить чем-то покупные акриловые или темперные белила, лучше вот взять вот такую фасадную краску. Она очень густая, ее еще можно более густой сделать. Есть специальные добавки в художественных магазинах, загустители, и пользоваться. Вот, это то, что касается акриловых красок. Так, хотела вам еще показать работы на самодельных белилах, которым несколько лет. Сейчас попробую их найти. Кстати, еще был один вопрос. Девушка писала, что они таким образом намешали белила, пигмент и масло, льняное масло очищенное, вот два компонента, и очень объемными мазками написали работу «Снег», видимо, я так поняла, какой-то зимний пейзаж, и положила ее сушиться на балкон, на солнце. А через полгода работа стала абсолютно желтой, такой ужасной и неприглядной. То есть в чем могла быть причина? Возможно, в том, что лежала на солнце долгое время, на прямых лучах. Хотя вот из практики, если работу поместить на солнце на небольшое время, то она наоборот станет более светлой, и желтизна уйдет. То есть это даже практикуют многие художники, чтобы избавиться от пожелтений. Поэтому, возможно, просто льняное масло было какое-то не очень качественное. Либо диоксид титана тоже, с ним не повезло. Я вот подсказать не могу, потому что у меня вот прям таких страшных пожелтений, ну я не припомню. Вот я нашла, например, 19-го года картинка, вот тут 19-й год написан. То есть вот белые цветочки, они белые, то есть хотя вот все эти вот работы, они у меня вот так вот друг за другом стоят, проложенные подложкой, и как бы не видят солнечного света, вот там вот в ящике они у меня стоят, но цветы абсолютно белые, ни в каком месте они не пожелтели. Работа тоже цвет не потеряла. То есть это вот 19-й год. Вот эта работа тоже, она 19-го года. Тоже никаких пожелтений. Ну тут, конечно, не в чистом виде белила, тут немножко замешанное. Я знаю, как выглядит пожелтение, потому что я говорю, что я экспериментировала. И когда я добавляла, например, домарный лак, прямо вот видно было, как меняют в цвете вот эти вот белила. То есть они становятся желтые, такие невзрачные, подтеки какие-то желтые, масляные, ну, в общем, страшные, да. Но вот это нормально все. 20-й год, вот 20-й год, тоже все беленькое, никаких желтых подтеков, никаких трещин. То есть, возможно, вы на первых этапах столкнетесь с тем, что краска будет трескаться. Это значит, что чего-то не хватает, либо добавьте акрил стирольного лака, либо немножко растворителя, либо слишком много вы пигмента сухого добавили. То есть, в чем-то из этого может быть причина. Так, ну все, друзья.
На все вопросы вроде бы ответила. Если будут еще какие-то вопросы, задавайте. Буду отвечать. А теперь до встречи в следующем видео. Пока!